2014 году пошел воевать в добровольческий батальон «Донбасс». Позывной «Брест». В миру Александр Федорченко. Пошел защищать территориальную целостность нашей страны. Хотел жить в нормальной стране, вот, не по советским законам, не под каблуком России, а по чести, по совести и по достоинству. О политике, конечно, честно говоря, вообще не думал. Вот. В основном воевал за независимость нашего государства. После Иловайских, конечно, событий, вот, у меня немного начали открываться глаза на то, что происходит в нашей стране. И что, по сути, я понял? По сути, понял, что на самом деле нет ни Украины, нет ни Российской Федерации, нет стран СНГ. Есть одна мафиозная структура, одна мафиозная группа, которые руководят российские мафиозные главари. И, конечно, о чести, о достоинстве ни о каком не может идти речи. Мы продолжаем с нашими побратимами отстаивать честь и достоинство и возможность на достойную жизнь.